После ремонта. Ну, давай кикаться. Давайте. 2 минуты нельзя А что, кикаться. релогаться надо или что? Нет, нужно кикаться. Мы не можем 2 минуты кикаться. Но. И что, там полчаса будет дебаф? Нет, нет, не будет. Нам нужно двух человек, да, кикнуть? Да. А почему нужно кикаться? Зачем? Еще решили, что башню дадут. Нам башню не дадут, это Сирус. Это просто Сирус. Типа, я не хочу улутать за инс один батч. Открой поиск подземелья, посмотри, мы можем заново, типа, вступить. Но... Или чё? Не знаю, сейчас проверим. 2 минуты пройдёт. Блядь, скоро РТ, нахуй, мы не можем. Нет, нет, а, да. Нет, нет, я только что... А, нет, у меня тоже все на ставку бежали. У меня вылечило. Но... У меня тоже Егор на месте буксанул и все. Че, 5 и... секунд? Не-не, я лужу кинул. Я в тучку ушел, вроде нормально. Блять, мог бы просто нахуй внутренний огонь обновить. Ну еще делаем. Ну, блять, мы кикаться не можем, 2 минуты один хуй. А мы как после того, как кикнемся, там еще... А, 15 секунд уже. Сейчас давай попробуем регнуть? Да, мы регнуть будем пробовать. Ну, а ЖКД нету, правильно? Ну да. Не регнуть. А потом... Подожди, вот сейчас пробуй. Минута еще. Секунда. Ну это кикаться секунда, а минута еще... Следующее вступление. Да? Да. Ну, ладно, ждем. А, не, я лидер, ибо че я регаю, ибо столовка регаю, пробую. Да не будет регать, нахуй. Я уже миллион раз тыкал. Регай, регай. Сука, заебал, на, нахуй. Ой, блядь, исключить Сашу жму. На. Регай, Саша, регай. 30 секунд. 35. Я ебу, блядь. Слава, где фраза заебумба? Блять, еще впереди тана. Десять секунд. Так, 5. Тейлдрин, сколько у тебя восстановления? Все, реби. Пытайся. Можешь? Нет. Нет, ну значит кикандес. Еще кто-то голосует. Все, ливы. Ты за что кикнули, блядь? А что, ливы КД не будет? Собирай пальцы, да, не будет КД, по идее. Собирайте. Блин. Хау нет. Столов. Дубль 2. Чё за хуйня? Сородич инста, нахуй. Алё, блядь. А, ебать, вот это инста, ебать. Да пойдём глазик туда-сюда, нахуй. Не дадут эту парашу, баджик? Сейчас дадут. Ну, если опять не крашнет сервер. Крашнет, нахуй. Почищенная? Павел Крок, блядь, крашен. По центру как мужики или как тёлки побольше? Как мужики. Погнали. Как мужики, да? Да, погнали, нахуй. Мы сейчас вайпнемся просто на крыше. Да тут невозможно вайпнуть. О, ебать. Да трэш тонкий. Надо было да. Боссы нихуя не тонкие, но. Нет, ты чё, блядь, они стаки накапливают там. Саша проклянет нахуй вообще, что с нами связался, блядь. Полетели дальше. Сейчас, Сань. О, прохнул, полетели.
У меня ничего не прокнуло. Ну, у меня это хоста прокнул, плюс ПС. Я семечки раскидал нормально. А, ты в Афлике пошел? Да. Ну ты жесткий, нах. Мультидотинг. Так в Афлике самое кайф, типа ты одного обдотал, второго обдотал. Ну ты прям шаришь, как обдотовать, ну? Лучший дотер, что ли? Я без собаки, сука. Собаку выс... Ты что там? Больно было. Чуть не обрыгался. Да? Хуже, блядь. Хрена, а у меня стаков-то хреново куча, поэтому по мне так влетело. Ну да. Ну мы же, блядь, до конца все с кайфом делали. Да сука, дай отдохнуть его. Твой вурдалак там бежит, блядь, сначала инстан, блядь. Поставь его вурдалак там. Спасибо. На бездействие? Да. Или убери его вообще. Сожрать предлагаешь, нахуй? Собственно, стынка, что ли, блядь? Просто убрать, блядь, предлагаю. Нет, ты мне предлагаешь собственного сынка сожрать, нахуй. Тебе вообще не стыдно, блядь? Да. Мне я предлагать такое, блядь. Во-первых, вот этот первый босс вообще с кайфом, кажется. Сейчас посмотрим, с каким кайфом, нахуй. Сегодня не могли пройти типы. Пока я не объяснил, как, нахуй. Они там покикались, короче, двоих кикнули, нахуй, потом решили. Да, я точно помню, там боб нужно кидать на скольких. Не надо ничего тут кидать. Не, ну ладно. Вот вы смотрите, на краю. Егор, главное, желтую джагу пусть кинет эту, нахуй. Боб стаки тогда скидывается. А, ну если что, там Егор-то унтёт, нахуй, щит быстренько оденет с пухой. Да, там, блядь, просто боб кидается и стаки спитают. Ну, можно боб. Да, боб он заебись. Блядь, каст, ебать уебаны. Вот этот, баки. Чё вот этот, говорит, блядь, чё вот этот вот, нахуй? Вот этот вот. А мы будем пробегать? Как обычно делают. Ну, пробежать. А что, мы тут не начнем, что ли? Блять, да разлетится сейчас этот босс как говна кусок просто, нахуй. У нас, блять, лок, приз, который дотает, нахуй, милик. Чё, гоните, что ли, нахуй? Так он на ДД хасту. Там, блять, 53 тонны хп. У меня сегодня с 30 тоннами, нахуй, с танком прошли. Давайте, обдотывайте, нахуй. Идите на позиции на ваши. Да, я не обдрёмся, пацаны. Ох, обдотывай. Заходи и иди туда. Ну, блядь, он Сашин щит-то еле пробивает, нахрен. Блядь, Егор, кинь желтую джагу, а. Ну, хп будет больше регениться у меня. Ну, понимаю, когда желтой джаги нету на панели, да? Fire resist, Егор. Не? Да как же хуёво, это вообще пи***. 27 секунд. Бля, может бомжей вызвать, чтобы быстрее хоть как-то это. У меня пет куда-то пропал. Он другой какой-то стал, я хуй знаю. Вот это замедление коста всегда было? Да. Да. Это суть босса. Замедление вот этого коста. При том, что у меня порча 35 секунд. Аж, накидай тоже на него дота. Стой, нахуй, до конца, как мужик. Просто как мужик, нахуй. Промазал.
Я в следующий раз панцирь кину, если на нас это. Тут они от хосты зависят, ебать, смысл от них. Жезла буду ебашить. Помойка, да? Да. Пойдем дальше. Плюс кристаллик. Ну, блядь, на лок Африка, блядь, заебая. Заебись, кистину. Да параш, я сейчас с двумя дырками со всяких кар, блядь. Слава, ты любишь дырки? Конечно, блядь. Дырофан, я думаю, больше любит дырки, блядь. Ну, хз, он маленький, наверное, еще, но. Он все время дома сидит, тем маленький более. Был бы дырофанчик, блядь. А он уже дырофан, блядь, суровый, серьезный, блядь, большой. Ты думаешь, у него гнездо большое? Там у чела почти уже, блядь, фулъёва нахуй этих, ну, улучшенных камней. А я думаю, кто эти нахрен скупает все, блядь? Да не бейте, блядь, бегите. Бегите, глупцы. У меня ни зыбки нету, если чё, ну. Да, блядь, они не бьют, нахуй. Ничего, пизды получишь, резнем, нахуй. Блядь, у меня даже лужи нету. Тучка. Я тучка, я вовсе. Опа, нифига. Они, если чё, нежи, ты можешь этот, Егор, штаните. Но, кинь по ним, нахуй. Я, говорит, тыкаю. Блять, прикольно, у нас тыкарь и дырофан есть, нахуй. Сатошка еще обидится. Бля, Егор, я забываю постоянно горн тыкать, так что не залупайся на меня, нахуй. Мне вообще похуй. Понимаю, блядь. Ты красавчик, нахуй. Давай, какие что ты, блядь, встал с одним? У меня нету лужи в КД. Давай, тянем. Блядь. Иди нахуй. Кости. Я хочу семечко, говорит, покидать. Я хочу семечко покидать, заебал. Ну, я так и понял, нахуй. Давай, минус Антошка, не? Нет. Так, тебе повезло, что здесь есть Саша, нахуй. Че говоришь? Саня выхилил. Если бы я бы тебя хилил, я бы тебя не прохилил, нахуй. Ты бы даже не хилил бы меня. По-любому, блядь. У нас же есть такое правило, нахуй, это. Умер ДД, проблемы ДД, нахуй. Правило такое, ну ладно. Да. Ну, раньше такая хуйня ходила на сервере, типа, блядь. Умер танк, виноват хил, нахуй. Умер ДД, это нахуй. Золото собирать со скелетом? Там золото. Да, кстати, блядь. Тут неплохо выносится с одного инста. Ты что, бедный, что ли? Ну да. Конечно, бедные, блядь. Ебать, говорит чуваку, который ГБ банк держит, нахуй, просто, блядь, это, может взять, когда надо, что надо, нахуй. Чего не нравится, пойми меня. Вообще похуй. Спасибо, хочу тебе понравиться. Так, тут сначала иллюзию или большого? Помню. Иллюзию. Чтобы дополнительный дроп был вроде иллюзии. Давайте, покажите, кто из вас ДПСит, нахуй. Я собаку призывал. Не очкуйте, пацаны. Я сам боюсь, блядь. Почему у меня Пет вообще стоит, как этот дятел, нахуй? Правильно делаешь. Это чья душа выбежала? Это Егорыча какая-то. А пусть нахуй. Егор убивать не надо? Нет. Егор только должен убить ее. Если другой убьет, там ДПС режется. Если я убью его душу, у меня ХП порежется в половину. Че, аватару так. Надо? Аватару, да. Да, аватару надо. Пизды дать.
Знаете, Антоша мультидотер бесит, но. А? Че, нету лута? Четыре золотых, блядь. О, Егорыч, пуха тебе выпала топовая. Фрагмент яшмы, идите нахуй, урода, блядь. Так, это мне надо это распылить. Где там яшма фрагмент? Ну вот, два барса заедут. А, у всех, да, не накопают фрагмент? Да. Да, можно одну яшму собрать, кстати, уже. Да, кстати, нихуя, вот это прикольно. Да нахуй. Чему разобрать? Одну яшму. Блядь, скинуться, одну яшму можем собрать. А, реально. А кому нам? Мне нужна яшма, можешь мне дать? Думаешь, она мне не нужна? Блядь. А нас что, сразу по самым жопушным инстам решили прогнать? Да вообще похуй. Даже дверь открыта. Да, меня Дерафан уже напрягает, может его кикнем нахуй отсюда. Бля, ну все равно ДКшка толпу танчить нахуй, без напула это такое себе нахуй. Удовольствие. Бля, Антоша, ты мне салат дашь похавать, заебал? Давай делись, ты ебать. Салат нахуй. Время 3 часа, блядь, я не хававший, у меня тут еще пули. Да снимите с меня, я хочу дальше идти пулить. Пули давай, на. Пуляльщик, на. А, кого тут надо бить, я забыл. Потерян во времени. Протодракон. Давай следующих, нахуй, где там, блядь, иди сюда, Вася. Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери меня. Сука, блядь, вы меня, ну. Не, похуй. Я говорю, охуя, а, я стилит. Да, сука, ебаная трансляция. Давай, 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 хватай, хватай, его, он бежит во времени. Хватай, мать. Где, 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 где? Помарин, муж. Я ему мут дал во времени затерянному. Ребята, 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 да, ребята. Ты можешь и без этого ставить. Да похуй, ему мут дал. Блядь, то, что я уже скилл использовал, это, наверное, уже хорошо. Скиллуха. Блять, как... пацаны, я не знаю, что происходит, но я тут вообще не при делах, я пошел. Ну, бери пета, пожалуйста. Ты думаешь, пет мой? Да, у тебя пет опять заагрил. Он бегает, бьет трэш и заагрил мобов. Парылый пет, а почему пет такие дебильные, ну? Пацаны, кто репу качает? Какую? Блять, фу, себя удотал. Кто? Я. Ну, Саша, блядь, не стрелилка, ебать, не порча. Бля, пацаны, я сделал безопасный проход по центру, но. Я зачистил, блядь, все, что хотели, парень. Ой, мама. Ой, мама, мама. Блядь, сука, не бейте. Не бьем, не бьем, не бьем, не бьем, я сбил его. Ой, мама, ой, сбейте, 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 Егорка, давай. Пошла, пошла мазута, пошла, 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 пошла. Все, давайте, быстро, лейте, лейте. Саша, Саша, я бегу. Саша, я бегу, я забираю, я бегу. Я что-нибудь делаю. У меня нету моста. Дай поездку. Кому ты закинул бомбу, блядь? Поездку, да? Все нормально, давай, бомжей вызвал. Когда мы опять вышел? Где, 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 где? Кого не починили. Блять, этот тотем. Бля, ну эти ебаные тепло. Его же испарять научился? Это Войд. А. Он тоже в сале был. Антоха, я не могу с тебя сагрить, у него щит. Ты... Нормально. Я сейчас релок напишу. Лагает пиздец. Пета на пассивку ставить, да? Бля, ебать у меня... Эти уроды же жарят шашлык, сука, снизу. Тебя не зовут, да? Не могу, сейчас умру, нахуй. Иди сходи в гости, мам. Я похуй, я всходил. Даже это не шашлык, походу рыбу коптят. Или мне горит что-то на доме. Дом горит, блядь. Не-не-не, точно коптят что-то на улице. Ты там на улице, блядь, дождь, нахуй.
Долбоёба. А, мы уже подошли к этому мудаку. Да. Чё, попытка номер два, да? Попытка номер два. Блять, а дальше же птицы эти конченые будут, которые заклюют как кусок мяса, но... Что у меня деталька не работает? Не знаю. Всё, все готовы? Да. Чё за дебаф висит? Сила понижена на 35%. Ну это хуёвый дебаф. Нет, у меня лужа не готова! Я по-моему при собаку нет. На ком? Так, бомжей нету, да? Помойка, нахуй. О, книга забытых имен. Подбираем. Вот это подбираем. О, так мы сможем теперь... Хорошие ботинки на хатах ловят. А фолиант сумерек где падает? А, в кузне крови. А, ну все, идем дальше. Ты куда дал? Да у меня деталька не работает, так интересно. Не могу посмотреть, когда мажу. Ну там Егор больше должен был дамажить. Тупо хуйню свою подрубает. Где? Ну на сити? Ну да. Вот так больше надамажил. Так я не вижу, сколько я надамажу. Ну правильно. Блять, ну что там нахуй? Убьют сегодня моба, нет? Ты моя собака. А почему? Ай, блядь, опять это параша. Опять это параша. Да я заебался себя дотать. Уверен. Как семечку сейчас сяну. Да, это хорошо, он в тотеме тупо стоит, да. Прикинь бы, он еще сейчас дамажил бы, но... Пойдем дальше. У меня лужа не готова. Че страшно. Сука. Ты на пенек сел, да? Да ебать, ебал я про. Призову собаку. Ты прикинь, чё нахуй. Хватит остановка, что ты делаешь? Да я хотел его притянуть, он у него отражал кого. Да беги дальше. А я что делаю? Стою? Умрет. Я, у меня еще перчатки не зачарены на 2% выносливости, еба. Или что там на парирование она? Слав, ты с нами, не? Пойдем дальше. А кстати, у тебя же ну, Т4 АЛЕшка ядутый, да, по-моему, там? А у меня одна Т4 только. Нет, это просто бонус. Ну да. Бля, мне, я хочу это. Хочу кинуть. А 7. Мне вообще сказали, что у Славы голова Т4 есть. 7. Ну, 7. У Славы твин. Или мейн. 7. 7.
Роман. Мне уже потом сказали после инста, короче. А я Славу даже не смотрел, потому что я в Славе слишком уверенный, но... Ну, я обычно смотрю у танков спек какой там, вот эту всю херню. Типа, ну, помойка, не помойка, чтоб понять. Ну, как я в начале был. Типа, блядь, даже... Тупо все на агро было, а чтобы урезать этот... Дэмэдж нихуя не было вкачано. Ну, взорвись, блядь. Че, как мужики или как тёлки? Да, 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 всех нахуй. Меня... О, дух ебать, я забыл. Бегай, бегай от них. Давай, затерянные во времени, да. Нахуй. Мир, блядь, нахуй. Я гранатку кинул? Я бомжей вызвал, но не знаю зачем, но я так захотел. У меня хосты нету, сука. О, нет, сейчас раскидаю нормально. Давай, давай, пока бомжи есть, раскидывай. Зафернули. Через змея кидай и все, что ты гонишь. Да, мне было отражалки. Про. Насосчик, блядь. И вот эти был популярен. Да. Пульнул, блин. Сейчас у меня хоста прокнет от порчи. Просто да. Птица Арарама. Ну ебать. Ну прокнет, ладно. Просто тут. А не прокнулся. А ну уже улетать не. Бля, сними херсы. Ты ебаный фир, бля, ты. Сними со Славика фир. Я сам фиризнул. В угол уходите, чтоб это, на лужу, по лужу, лужа моя, блядь, я не могу, короче, это... Ебаная хуйня. Я просто с фирой не ухожу. Тотем поставьте от фира. Надо было бы шаман покупать. Ай, блядь. Да похер, ставьте, да. Какой шаман. Дай бог. Да, Стан, диспелите, алё, блядь. У нас, блядь, 3 диспелов в этом, блядь, пати. Ох, ебать. А, ну ладно. Блядь, вообще. Дай бог. Да ну нафиг, это вообще дичь какая-то. Дай бог. Полком это, блядь, сэрли. У меня пет на пассиве стоит. Да, на сфере туда. Бля. Да ёб твою мать, гинг установил, ебать, просто инста сбили, да. Я вообще, я в стане стою. Егор! Ну вообще, блядь, ну, пиздово, кнопки, блядь, не нажимайте нихуя, я ебал. Я просто простоял все фулстаны, просто все фулма. А это ебаная магия. Вообще бы, блядь, в такой пачке вайпер с АВПК, вообще красавчики, нахуй. Грацию у вас. А мы хоть кого-то убили? Кого-то убили. Просто нон-стопом. На сверта через полтора часа, нахуй, мы бахуню какую-то мутим, ебать, на трэше. Го, агри, еще, ебать, похуй, ебать. Ну, вы, похуй, а вот этот трэш не говорил, что вы больше агри. Там мы дроп, блядь, детали дополнительный трэш. Феррари ренжа сколько? Там метров 30, поди. Ну, там фиры, как у Вара, идут. Миле.
Значит, они далеко сильно филяют. Ну хуй знает. Надо прям на максимальном рейнже от них стоять. Ты или выпуливать тебе в коридор хотя бы первую пачку, чтобы место было. Альдерафан виноват нахуй во всем. Не я, кстати, убежал. Меня сняли фир. А это похуй. У тебя такой ник, что ты во всем виноват просто. Это как сова, да? Во всем виноват. Бахните лапу. А я не люблю семечку кидать. Она сильно много агро берет. Ну, делает. А, понимаю, она, когда ДК дебил. Егор, дай мне кулачок, пожалуйста. Спасибо. Блять, спета, это. Фласку надо да еще выпить. Блять, это тут птица Арара, она заебала, убейте ее. На! А, у нее мут не работает на рассекание крылом. Я в шоке. Ну да, походу. Там только стан или плитяшка. Не-не, загробик ты заводи. Мы сейчас на фире, блядь, выбежим в центр и еще пачки погуляем. Давай разноси. Не вой. Саша, видишь, диспелит, ну. Пет на фире еще был, блядь. Там дух доебался, ну. Блядь, какой я жирный. Лови, не, давай заведем. Тогда проводи дальше. А, бля, сейчас тоже сейчас на фере, блядь, выйдем. Блядь, как я соскучился по этому. Блядь, нахуй, тошнотики, ебан. Чисто когда, блядь, такой звук, когда залетает терьяки и начинает оскорблять Антоху, нахуй. Блядь, из-за того там, блядь. Аж оргазм словил после своих слов, нахуй. Арва, спасибо. Давай, поехали, чё. Там петы я похуй. Уже еду, мне вообще похуй. А чё, я не буду отбегать, да, тогда? Да не, она бьет, кажется, нормально. Ох.
Ну да. Нехило так. Это при том, что я щиток зеленку прожал, прикинь. Угу. Не, я лучше-ка убегу. Ну-ка, Алёш вызвать, но. Давайте, Лёхи, попёрли. А если я не зыбку плюс зелёнку сдам? Сумасшедшие штаны прикольно падают. О, пуха наша. Нет, нихуя. О, 213 выносливости пацаны дает, прикиньте. О, фрамен гасанита, нормально. Че, Егор ролем? Ну, она и на ретрика, и на этого хорошо. Хотя на ретрика лучше. Ну. А у Егора еще? Есть ресторан? Так, подожди, я еще нахуй не подобрался. Ну, я фрагменты забываю собирать, короче. Да у нас у обоих 232-я, как бы, но... Ну, Редрика она получше, думаю. Все футбол? Да. Откат? В клинке будет, нет? Да ебаная помойка. Я не могу, нахуй. Если она сейчас баджик откатит, я ебал их в рот. Я пуху заскринил, парни. Пизду, блядь. Не дай бог ее откатит, нахуй. А сколько баджи было, ты видел? Ну, 4 баджи должно у нас быть. А может там обнова какая прилетела, а мы что не знаем? Я, короче, пойду покурю, что-то меня это уже раздражает, но... Не, если, короче, что-то это... Я за эту пуху, короче, сожру админов, нахуй. Потому что это 200, прикинь, 213... дает мне этого. Ой, 203, короче, выносливости. А моя всего 135, типа. Ну, разница пиздец, да? Ну, то, что ретрику ебейшая хуйня, три дырки, сила, хас. Ну, в следующий раз выбьет, и мы же ролили, или он ее просто отдал. Да, Игорич? Че, твоя пуха есть? Сролил я ее. Ну, а тебе нужна не горить? Саджать попытаются. Ебать, ладно, пацаны, я пошел. А, ну тебя не критичный, ты же танк у нас. Кого, кого? Кому, мне? Егору. Да, Егорич? Пацаны, я надеюсь, лут все заскринили, не? Я надеюсь, мне гесанит кусочек моря дадут? Ну, я не знаю. Надо тоже залупиться, типа, блядь. Ну, они не отдают с РБК, они шмотки могут, а вот эту парашу навряд ли всю вернут как-то. Будут давать, наверное, опять свои эти беспонтовые, нахуй, поставки, которые нахер никому тут не нужны. Да. А кошель ювелира, кстати, обновили, посмотрели? Да нету там ничего нового. А, кошель ювелира, не знаю. Не обновили, усы. Да, вон люди тоже пишут, что сервер, мол, штормит, нахуй, мол, РТ перенести, блядь. А сервер вообще не радует, на самом деле. Я боюсь, если во время РТ, то вся параша начнется. Такая дизмораль на людей будет. Ну. Заходит, кстати. Сразу открывайся и смотри, сколько у тебя баджи. Я не помню даже сколько было. Должно быть 4. А, ты этих?
Ну что, откатило? А? Лут не откатило, откатило, короче, этот только. Четыре баджика. Четыре? Ага. О, заеб... Ну, парни... Камня нету. Камня от... Камень откатило, да. Заебись. Чё, пишем, мне? И лут откатило, да? Лута у меня лежит топор, я не знаю, с топором нет проблем. Хорош, топор есть и все, все остальное пизду. Все, да. Давайте, пацаны, я, короче, ливаю. Морепань делаем? Как, а мы же спрашивали. Мы сейчас в следующий просто попадем. А, ну да, репати делаю. Да, камешек, сука, нету. Ну да, это досадно. Я 4 баджа, да, хотя бы спасибо на этом. Слушай, сколько за инс дают? По 2 за инс дают. По 2. Че, мы репати его или че? Или регнуть? А мы можем регнуть? Я не знаю. Регнуть? Подождите, отмените. Это не... Мините. Щит бунта поперли, альянс, ардак. Егорыч, отмени регу. Я не то регну. РЛК, да? Да, ебал я их просто. Тормоз, типа, мелкий, блядь. Извини, Антош. Ну, сука. Страхолит 8 голды, пацаны. А, у тебя нет, мы сейчас не стоим за. Ну что, мы делаем точно? Сейчас, она отменится рядом. В Долоран надо, нахуй. А нахуй, мне на остров надо. Сейчас подтвержу, секундочку, подтвержу. А что, поставки будут? Поставки? Поставки тебе будут, нахуй. Бородавки на жопе, нахуй. Вот это да, блядь. Ну, по сути, на фул камень хотел бы. Не, ну, пацаны, если вот так камни будет откатывать, мы так хуй чё на это вы. Ну это понятно, да. Это чего, видимо, специально делать. Да прими регу уже. На, чё-то. О, бля, узилище. А какого хрена 3-3? Оно, парни, то ли забагалось, смотрите, то ли чё. Забагалось, ни у кого когда нет. Как мы сюда тогда попали? Припайте, девочки, вливайтесь. Бля, я ливну, ебать, 130 минут АФК ошибать, пиздец. Нахуя выливали? О, нахуй вообще. Я думал, блядь, не считаю. Мне не дали КД. Ну, потому что он не дали, конечно, блядь. Ну, я полчаса чиливать. Ну, можно на твинов зайти пока. На твинах одно пройти, да? Ну, два. Ну пошли, какие у кого твины там? Ну, у меня лок. Ебать. Че, заходим, не, или чилим? Так. Да заходим, наверное, че? Кто пойдет? Я типа пуху уже поменял, нахуй. Бля, она мне даже по меткости, блядь. У меня 100% опять меткости, блядь, что? На ЛПшку. Это ж хорошо. Это да. Бля, ну 3 камня это сила, да? Вообще. Сильно прям очень. Так, чё, я на лока зайду, наверное. На мага. Че, вы заходите? Уважаемые игроки, сейчас. Да, заходим. Абсолютно новый аукцион, которого больше ни у кого нет. Это весьма непростая задача. И даже плотно и долго тестирование не позволило нам сделать его идеально. И где-то под капотом все равно есть баги. Мы бросили все силы на то, чтобы устранить их как можно скорее. А главное, чтобы сервер работал стабильно. Самое важное сейчас проблема. Некоторые выставленные предметы пропадают, появляются, но без видимой зависимой
и учитывая падение, может быть из-за этого. Странные дела происходят с отображением ценой при покупке хозяйственных товаров. Мы работаем над этим. Есть два краша, один из которых был только что исправлен. А кто находится в процессе исправления? Игроки X2 X4 получают 3 дня поставок. Я говорю, сейчас помойку эту дадут. Вот на X4, на X4, вот по идее, вот за такую хуйню надо двойные поставки давать. Чё, где вы там? Я на Локе. Хао там. Заходит, нет? Ну что, впадло, ебать, хантейчик вот там. Плюсики ставлю. А чё? Ладно, всё, тогда. А хил кто будет? Не знаю. Ебать, как оно без хила-то? Короче, полчаса нахуй чилил тогда, я не знаю. Я не знаю, парни, вот я более чем уверен, как у нас сейчас будет проходить РТ. Вот обыкновенно, надеемся, блядь, на лучшее. Ну, если начнется хуйня, я рот ебал, я вот сразу говорю. Ну. Так понятно, что все рот ебали. Не только твой. Сука. О, зелье дикой магии по 39 голды. Чё, охуели, что ли? Кто-то смог выкупить. Зелье быстроты 24 голды. Остров не апнули, вот это самое обидное. Принят более... Выбираешь линканин вот эту рыбу, я хочу её купить. Вот, вот это... Ебать, 15 голды штука. Ладно, десяточку куплюсь. Так, ебать, расходы на материал. Ну, Егор, зато 4 баджи есть. Рыбный пир. Лосось с дымком. Через 14, но пока мы не проебали ни один, если честно. Так что... Держим. У нас осталось ниже топ, кузня крови, гробница маны, бастион и узилище. Да дохуя проходить, если бы крашев не было, мы бы уже больше половины прошли было. Алкинайский, алкидоский закрыли. Помойка сервера ебаная. Вот они и тестировали, где эти обновы, но они тестировали чисто, блядь. Не знаю, там, может, их человек 7-10 было, да, там, чисто админами как-то, админ-группой. А как массово выходит, там, столько да, хуйни... Да, это хуйня полный запрос, забей ходит. Я забей на них хуй уж. Чтобы снять дезинтир в подземелье, нужно 30 рублей за хуясь. Что нужно? 30 рублей стоит, чтобы дезинтир... А он только у меня висит? Да. Ну, давай да. Я сниму. Мой. 3 бонуса, в смысле? У меня есть 3 бонуса, давайте я снимаю. Приглашайте. Сука, я думал пойти нахуй чай попить, у меня там уж чай мерзнет. Надежда умирает. На вдоль у тебя 8. Уходите. Ну заходим уже, хули. А, у нас 8 минут, забейте, идите пейте. О, блядь, минус 3 бонуса, нам забейте. Короче, теперь Антоху можно на счетчик поставить. Нет, нет, это внутренняя ГКД инстоп, типа мы зашли и мы 15 минут типа в инсте пока. Понятно, ну Саша-то 3 бонуса потратил. Не, я тоже могу 3 бонуса потратить, у меня не проблема. Да всем пуху на твои 3 бонуса, нахуй. Ладно.
пойду чай. А чаек можно пойти потом? Да. Как ты хотел столовую? Разрушитель робот XT-002. Еженедельное задание. В войне, кстати, пук дракона перегоняет по приоритету. Это было несправедливо. Опять, блядь, внизу, нахуй. Опять не полутаю сегодня. Сегодня Малага, кстати, нету. И пук дракона МБ не будет. Так что есть шанс что-то полутать. Да мне ебана одна шмотка. Все. Вот этот брал кто-то многомерный рюкзак 30 ячеек? Кто? Многомерный рюкзак 30 ячеек. Ебать. 1500 рублей за эту хуйню давать? Нахуй нужен? У меня сумки по 20 слотов. По 18 вообще слотов, вообще похуй. Надеемся, они что-то сейчас еще пофиксят, чтобы мы в РБК, блядь, не вайпали. Ну, это хорошо. До следующей поставки 10 минут, блядь. Главное, чтоб, ну, вот сейчас за час хотя бы пофиксили, и потом... И потом на РТ ничего не фиксили, чтобы не крашило. Ебать, у нас челебосов, блядь, в гильдии. No body kill me, нах, кто это? Дима Вагон. Понял. А Тёма топ Эршан. Маривана. О, что за 8 запросов к нам? Ну-ка. Чернокнижник, F5. Ну-ка. Ctrl-C. Ctrl-V. Вести третий лог, понятно. Так, вот это вот получается отказать. Вот это ссылка. Ctrl-C. Ctrl-V. 193. Что за троллейбус? Ты его в гильдии, да, кажется, брал? Саня? Да. Ты троллейбуса в гильдии брал? Да, я брал, я пишу спек свой, а этим левел, он, блядь, молчит, я кинул. А, понятно. А ты запрос, да, ему сразу отказал, это я смотрел, если столько. 193-й друид. Ебать, эта система вообще топовая, нахуй. 193-й, блядь. 203-й Combat Rock. Чё за Hunter?
Хантер 161. Это тоже. Этот Хантер. 190 Хантер. Отказать. И ДКш. Можно было сразу отказывать. 206 ПВПш. Отказать. Так, сколько у нас дня? Минута осталась. Когда эти пидоры починят управление экипировкой, блядь? Аукцион ебаный ввели, дебилы, блядь, нахуй нужен был, сука. Вот нахуя он нужен, блядь? Я бы, знаешь, как сделал, вот чисто, вот вместо аукциона такую систему, короче, поставить моба, которому сдаешь предметы, те же, что на аукцион, за количество голды. Если, допустим, предметов на аукционе нету, то он за большое количество голды, типа, берет. И чем больше этих предметов ему сдают все игроки сервера, тем, ну, пропорционально эта цена делится. И становится дешевле, типа. И игроки, которые хотят взять этот предмет, они голды дают. Вот. То есть много предметов нафармили, они дешевые стали. Игроки просто голду вкидывают, забирают предметы. Но цена возрастает на них. Вот. И также возрастает цена тех, кто туда вкладывает. Ну понятно, да, смысл? Да. Вот, я бы такую штуку сделал автоматическую. Это было бы, во-первых, автоматически, и никто бы никогда никого не наебывал, и цена была бы реальная. То есть, если реально регов много, они дешевые. Если реги редкие, то они дорогие, блядь. Вот так было бы прям ебать. Поехали.